часто наблюдаем мы чудес рождения. Как тонко чувствуем души влечение, как радостен нам миг взаимопонимания, как важно нам дарить частичку ласки и внимания. Когда о главном нам не хочется молчать, когда нет слов, а хочется так многое сказать. Когда хотим мы чувства сохранить в моменте и в годах, мы дарим сердце. Ведь настоящая любовь живет в наших сердцах.